Дагестан стал для него второй родиной, а дагестанцы – родными людьми. Пьер Айджо приехал в Махачкалу из Камеруна 4 года назад и успел прославиться благодаря исполнению песен на всех национальных языках. Но его удерживает здесь не только это. Популярный певец нашел в республике свою настоящую любовь. А дагестанцы – африканского происхождения в сюжете Патимат Бурдиевой. Кто лучше фанаты? После этого клипа Пьер Айджо не проснулся знаменитым, потому что его слава была уже в самом зените. Певец не только считает себя фанатом Анжи. Пьер лично обращался к Мишелю Платини в Ютубе с просьбой разрешить любимой команде играть на территории Дагестана. Я вас прошу от лица всех болельщиков пересмотреть ваше решение. Дагестан заслужил Еврокубки. Пьер приехал из Камеруна в Дагестан в 2009 году получить высшее образование, но учеба вскоре отошла на второй план. Айджо начал выступать в местных клубах с песнями на французском и русском языках. Мои песни пока не нужны, пока молодежь не пьяна, уже 7-10 часов, когда уже начнут клубы, они тогда пьют, давай пой. Получается, я нужен был только тогда, когда слабо заканчивается, но на последний. Поэтому я решил петь на разные языки. Сегодня Айджо – желанный гость на любой свадьбе или в ресторане. Местная публика принимает автора дагестанца на ура. Теперь певца узнают на улице, просят сфотографироваться на память или просто расспрашивают о жизни. За 4 года своего пребывания в дагестанском шоу-бизнесе Пьер Айджо успел объехать всю республику, познакомиться с обычаями и традициями и даже полюбить местную кухню. Честно говоря, я шашлык просто умираю. Я обожаю шашлык. Да. И здесь еще такой маленький хинка, как называется? Ласки, по-моему. Маленький кусок. Ласки, хинка. Но Пьер любит не только шашлык и хинкал. Как и любой дагестанец, Айджо быстро водит и часто нарушает правила. Я тоже нарушаю, на самом деле. Без этого никак, просто. Если надо соблюдать правила дорожного движения, ты не успеваешь нигде, потому что сам милиция сам тоже нарушает все. Ну а в родной Камерун Пьер ездит раз в год. Там его ждут родители, братья и сестры. Он самый старший в своей многодетной семье. Но уезжать с концами в Африку Айджо не собирается. Дагестан давно стал для него второй родиной. Суэмен бармаренга, сене юзук такмара, сене юзук такмара. Но не только успех, друзья и поклонники привлекли Пьера. Жить в республике Айджо собирается совсем по другой причине. Именно здесь он встретил свою вторую половину. У меня жена дагестанка. Получается, я дагестанский взят. Патимат Бурзиева, Салих Салихов, Мурат Касумов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.